Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем играть в игрушку Don't Starve с дополнением Щеприкет. Кораблекрушение у нас 46-й день, в принципе, что я там планировал, не помню, так как немножко занимался другими делами, но планы у нас явно поменялись. Дело в том, что, ну, я уже говорил, сейчас появилось новое обновление. Так. А я не могу убить этого попугая, да? Блин. Отсюда достать мы можем? Так, вот этого, значит, в клетку мы посадим. Пропадает все равно шляпа. А этого мы можем убить. Вышло новое дополнение. И опять же... Блин, я хочу поиграть в нем. То есть с новым героем, с новыми боссами, там много всего добавили, там перечислять долго. И поэтому будем сейчас искать портал. Персонаж я открыл. Если хотите посмотреть, как я его открывал, но не в данном мире, а новый я создавал. В принципе, сейчас вот ссылочка здесь появится, и ссылка будет в описании. Я открыл короля обезьян. Прикольный вообще перс. И сейчас я хочу найти запчасть от портала, найти сам портал, сделать его и переселиться в тот мир. Не знаю, сколько серий мне понадобится на все это дело. Я надеюсь, что недолго. И в принципе, я отправлюсь в новый мир. Там прикольно вообще, там новые фишки всякие. Давайте, кстати, посмотрим, как мешки с песком, они сейчас работают вообще или нет? Ну, поставил я в воду, и что? Я не знаю, либо исправили в данном обновлении, либо уже в новом. А здесь пока это дело не работает. Ну и что с этими мешками делать? По идее, я понял, что в лужу их ставишь, да и все. Так, у нас, в принципе, до лета есть еще время, 15 дней. Поэтому нужно сделать жезл поиска. Мне нужно топливо ужаса. В принципе, у меня все для этого есть. Топливо ужаса было. Да, есть топливо ужаса. Отлично. Ну и отправимся на поиски. Давайте я еще возьму вот эти долбанные монетки. Блин, 40 штук, 41 штука. Топливо ужаса мне больше не нужно. Так, это нужно, это нужно, это нужно. Шестеренки мне тоже не нужны тут. Клетка мне тоже не нужна. Так, что у нас еще? Жало возьмем. Обязательно. Давайте это съедим. Я потому что про нее забуду. Это точно. Так, бери. Казан, монетки, может быть, поиграем. Так, где у меня лодка? Вот я не помню вообще, где я ее оставлял. Здесь такая. Грузовая вон у меня наверху. Так, и мне кажется, мне нужно сделать еще парус. Тряпичный. Я вообще не знаю, какой у меня там парус. Парус. Так, а где? Где это из тряпочек-то? Две веревки, два бамбука. Бамбук, кстати, был, по-моему. Да, ливни начались конкретные. О, у меня и бамбук есть. Короче, две веревки сделаю, и будет у меня парус. Сейчас затопление. Конечно, фигово. Ой, бегать неудобно будет. Ну, я думаю, прорвемся. Я думаю, прорвемся как-нибудь. Пожрать по пути буду собирать. Что-нибудь заготовим. По идее, еще птицу дудой. Не знаю, посмотрим, если... А, у меня же есть и парус, блин, у меня чего только нету. У меня нет только комплектов для ремонта лодки. Да?
Так, ну по идее какие-то острова я уже обыскивал. Куда ломануться бы? Сейчас посмотрим. Вот здесь у меня совсем закрыто. Значит, наверх. Пойдем наверх. И будем как-то потихоньку исследовать. Так, а у меня, мать его за ногу, у меня нету светильника. По крайней мере, я его не вижу. А, так. Я его и не изучал, да? Блин. Я его еще не изучал. Но я не вижу, по крайней мере. И светлячков я не вижу. Сачок у меня есть. А, светлячков я, по-моему, оставил в кладовке. Так, и лодка у меня, оказывается, разваливается. Вон, что я забыл еще. Так. Значит, нам еще один нужно сделать на всякий пожарный. Блин. Понятно. Да блин, так... Да что ж такое, а? Вот, блин, вот это я забыл. Так, ну ничего, у нас, в принципе, еще одна жизнь есть. Печально. Опять камни утонули, опять кремний, блин, утонул. Ой, я его не оставил опять. Блин. Ну, кремний где-то здесь был. Сейчас вернемся. Далеко, кстати? Нет, не очень далеко. Жалко. И монетки, наверное, утонули, блин. Опять меня эти достали, а? Не успел, с факелом не успел разобраться, блин. И опять такая досада. По идее, можно отправиться попробовать на обычной лодке. Она быстрее. Только где она? Вот она у меня наверху. Ягодки не выросли. Нужно забрать этих светлячков и нужно забрать бутылки. Так, вот светлячки и где-то у меня бутылки были. Фонарики. Блин, фонарики забыл сделать и все. Ну, камушки тоже заберу. Это мне не нужно. Это тоже не нужно. Все, погнали. Пока еще день. Пока есть такая возможность. И лодка у меня без паруса. Блин, да как же так, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Возьму на всякий случай. Парус мне не из чего делал, да? И кремния нету тупо. Кремний где-то валялся. Я его опять же тогда собирал. Да, незадача. Блин, так рвался в новый мир. Сейчас, я так чувствую, доберусь я до него. Вот кремний у меня один валяется здесь. Сделаем тогда топорик. Зря я, наверное, это сделал. Нужно было бы еще один найти кирку сделать. Ну, ладно. Сейчас как-нибудь разберемся, я думаю. Ну, в любом случае, даже если я погибну, все равно отправимся в новый мир. Но все же хочется сделать этот портал. Там много, мне кажется, было вот этих акул. Я так понимаю, это гончие уже прибежали, судя по времени. То есть пора уже было. Я с ними, со всеми, ну, точно не справился. До острова я не успел доплыть, к сожалению.
По-моему, 4 нужно вот таких листа мне. Для паруса. Правда, нужна еще будет лоза и нужен будет бамбук. А это нужно мачете. А где брать мачете? Я фиг его знает. Да, тут кто-то смотрит, удивляется. Энты, да, они у меня тут бродят, они меня не трогают, поэтому... Ну и пускай они себе бегают. Пофиг на них. Я думаю, в новом мире я также сделаю. На кого-нибудь натравлю, там, на обезьян, еще на кого-то. И как-нибудь мы тоже сделаем ходящих энтов. Чтобы они нас защищали. Так, найти бы еще кремень, пару штучек. На факел у меня есть. Нету только кремния. Но у меня его не так-то и много и было, поэтому я его не оставлял. Посмотрим, может где-то завалялся здесь. Ой, сейчас, конечно, плохо без всех этих шмоток, которые у меня есть. Ну, были. Которые там валяются сейчас. Очень печально без них. О, лоза лежит. Бамбук я как раз забрал. Что делать? Что делает, блин? О, бамбук лежит. По идее, мне бы еще один найти, и все будет нормально. Давай, ищи. Может, где-то тут валяется. Так, делаю сразу факел на всякий пожарный. Все, начинаем намокать. Ну, фиг с ним намокать. Кстати, у меня броня же есть, тут валяется точно. Одену ее. Не знаю, могу я шапку какую-то сделать, нет? О, я вот эту могу одеть сейчас пока. Так, так, так. Думай. Думать, что делать. По идее. Так, ну. Светильник-то я могу сделать? Да, могу. Сразу сделаю, чтобы у нас был. Так, покушать. Блин, мачете нету. И не оставлял я. Шапку я смогу сделать. Интересно, или нет? Вот эта панамка. Не хватает мне на нее. Немножко не хватает на нее мне. Пока стоим, я не знаю, подожду пока тут. Безопасней. Покушать я особо не могу, ничего, у меня... Вот только грибы и блин, орехи, которые нужно как-то... Зонтик я, по-моему, могу сделать. Мне так кажется. Так, давай. Вроде у меня были поросячьи шкурки, да. Шкурки есть. Так, для зонтика мне нужно... Еще паутинки. Так, давай, делай зонтик. Так, все, шкурку убираю. Это убираю. Ну и погнали. Погнали. Я не знаю, куда погнали. Может, просто доплыть? Да, это ж вообще недалеко. Давайте вручную быстрее доплыву.
Правда, места, я так чувствую, мне не хватит. Ну, что-нибудь выкину. Сразу фонарик ставим. Лодочка нормальная, лодочка, блин. Но она быстрее передвигается, поэтому я, наверное, на ней. Не знаю, посох у меня утонул или нет. Я надеюсь, что нет. Бамбука тут нигде не видать. Кто его знает, может где-то. Пчелы не заплывают, не залетают, да, за остров. Ну, хоть это радует. Блин, вот так вот. Иногда бывает вот так вот. Поторопился немножко и... Ну, я думаю, все нормально будет. Так, где? Где у нас товарищ? Летает. По крайней мере, он же... Ой, точно, в него можно много чего сложить. Если что-то у меня не поместится. Ну, кремния точно нет. Вот, его обязательно нужно будет сейчас поискать, добыть. Это раз. Ох ты, блин. Они тут, да? Как-то их оплыть бы. Вон, блин, их 6 штук, по-моему. Так, сейчас попробую собрать, что можно. А может, сейчас и все соберу. Так, 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 смывайся, смывайся, смывайся. Прыгай, прыгай, все. Идите все в сад. Так, уже получше. Мачете у меня есть, отлично. Так. Сделаем сейчас что-нибудь покушать. Так, и появились долбаные, блин, москиты. Ты зачем укусил моего? Да бей, бей его, блин. Так, а лечить мы можем его? Нет, не можем. Ох, ё-моё. Так, и островок-то какой-то беспонтовый. А, это островок, блин. Понял, на котором озеро небольшое. Так. А, его же нужно вначале, блин, приготовить нужно вначале. Кокосы эти нужно вначале приготовить, потом только. Так, так. Ну давай, готовим так тогда. Блин, и этот может сдохнуть. Плохо. Ладно, это я так съем. Попробую еще что-нибудь схватить там. Не знаю, успею, нет. Так, еще один мачете. Выкинем его нафиг. Еще один зонтик. Ну, засунем в этого, пускай у него лежит. Так, нам теперь нужно обязательно вот это положить. Так, точно, нужно полечиться. Так. Ну, все утонули. Все мои припасы утонули. Так, где у нас ближайший лес у меня на острове, блин. Все, больше нет нигде. Ну, никуда не денешься, нужно на него. Мне нужен парус. То, что в лодке был, я так понимаю, утонуло. Это значит, утонула ткань. Блин. Как меня это задолбало туда-сюда плавать. И опять они приплыли, блин.
отстаньте от меня. А мне не хватает, по-моему, бамбука и все. Так, свинятина. Все, по-моему, не болеет. Отравление у него вроде бы прошло. Выжил, уже радует. Так, факел у меня, если что, есть. Мне нужен только бамбук. Блин, думаю, что за шум, а там этот выходит. Так, а я не понял, а где они у меня? В нем? Или утонули? Утонули, понятно. Так, давай, держи зонтик. Давай сюда мне. По-моему, один остался. Вот так. Парус, парус, где ты? Блин, да опять они его укусили, а? Ну сколько можно? Сколько можно, блин? Меня, по идее, тоже могут укусить сейчас. Фигово, как-то опять началось. Попытка выбраться с данного мира не особо удачно. В прошлый раз более удачно было. Так, где у меня лодка, я вот не пойму. А, вот она. Давай уже запрыгивай. Так. И где-то тут эти паразиты. Они где-то по-прежнему здесь. Так, куда? Вот на этом острове я не был. Вот тут наверху я не был. В принципе, есть смысл вот сюда вот сплавать, а там уже посмотрим. Давайте в эту сторону, в той стороне. Акулы, не хочу я с ними связываться. Ну их нафиг, блин. Для рассудка у меня ничего нету. Нет, ничего нету. Жалко. Придется, как обычно, цветочки собирать, еще что-нибудь. Так. И этот отстал. Хотя бы зонтик нужно у него забрать. Кстати, вот у меня лечилки есть. Лучше сразу полечиться, чем никогда. А то получится, сейчас сэкономлю, потом они мне не нужны будут уже точно. Где? Давай, ищи. Ищи. Блин, это 4 детали нужно найти. Плюс ну тут явно что-то можно повыкидывать. Кстати, вот это можно выкинуть. Лишнее у меня. 2 сачка. Ну, я пока оставлю, вдруг светлячков буду ловить. Тут свинья. Свинья, в принципе, неплохо, но нет, она меня убьет, мне кажется. Хотя... Нет, стой, одень. А давайте убьем свинью. Так, где у меня? Куда делся, я не понял. А, вот. Вот доспех. Где свинья у меня тут? Сейчас мы ее замочим. Будет мясо. Пробить она не пробьет, блин, эти доспехи. Вот сработал, я не помню. То ли это у короны такой. Дополнительная такая штука. То ли еще где-то. Как, я не помню, от чего именно. От какого доспеха. Так. Нет, лучше я не буду рисковать, блин. Стой.
сделаю вот так вот. Так, по крайней мере, точно получится. Нормальная вещь. Так, погнали. Ну, тефтельки. Отлично. Мы, наверное, пока берем. Пошли. Заберем рюкзак. Так, вот. Время мне обязательно нужно. И нужно научиться его ложить все-таки в рюкзак. Так, отлично, еще есть. Я просто привык обычно складывать вот в таком порядке. И все время так и складываю. А в принципе, вечно у меня тонет потом. Так, пожрать у нас более-менее есть. Сейчас еще картошку тут надергаем. Во, цветочки надергаем. Данный остров я не обследовал. Поэтому погнали. А, блин, уходи, уходи, уходи. Жалко, если убьют мой чемодан летающий. Очень жалко. Так, с рассудком норм. Жратвы сейчас наберем. Ой, блин, по-моему, более-менее очухался. Ну, пока никаких признаков я не вижу. Никаких признаков, каких-то деталек я не вижу, нифига не слышу. Давай, погнали. Дальше. О, сильнее. А, значит, в той стороне внизу. Наверное, что-то есть. Какая-нибудь из деталек точно есть. Ой, намокаем только, да? Зонтик. Дай мне один зонтик сюда. Отвали. Муха, отвали. Мне сейчас не до тебя совсем. Так. Картошки нормально набрали. В принципе, живем. Нет, нужно вниз. Что-то у нас там внизу явно. Так, вот это мы съедим. Как раз здоровье восполним, я думаю, по полной. Так. Зонтик одеваем, чтобы слишком не намокать. И погнали. Там, кстати, может оказаться просто портал. Как она, платформа вот эта вот деревянная, где будет собираться портал. Ну, по крайней мере, будем знать, что он там. Так, погнали. Еды, еды нормально у меня. На первое время хватит, по крайней мере, отъедимся, я думаю. Успеем это дело сделать. Да, ливануло хорошо так. Ну и на острове выгрузимся. Нужно будет там немножко просушиться. Взять, достать еще бревен. Для того, чтобы сделать комплект для ремонта. Чтобы он был. И в принципе, ну, просохнем как раз, покушаем. Я думаю, где-то на этом островке.
Так. Этот у нас завтыкал. Да, по-моему, потерял нас. Чудик, ну блин, ну что такое? Все, нашел у нас, да? Потерял. А так как я не на грузовой лодке, он мне, блин, важен. Я в него буду складывать все. Все детальки, которые буду находить. Так. Ну и где-то тут должно быть. Вот островок, скорее всего, на нем. Да, вот сигналит, правильно мы плывем в нужную сторону. Значит, где-то тут. Либо портал, либо первая деталька. Если портал, нужно быть аккуратно. Там бывает... А не бывает, там точно кони. Выключай. Там точно есть кони. Так, вот она, первая деталька есть. Тогда я пока ставлю готовить. Так, ну, давай так. Обезьяны, по-моему, обезьяны там бегают. Я надеюсь, она не сперла. Но она мачете сперла, наверное. И где? Где это чудило? С Нижнего Тагила. Опять застрял, ну что такое, блин? Опять он застрял, а? Так, еще нужно покушать. Так, дрова. Нужны дрова. Блин, обезьяна, отвалите. Где-то муха, где не вижу. А вон. Наверху. Так, ротату ему мой не трогайте, нифига. Отлично, банан. Я сам его съем, идите вы в баню. А, по идее, костер бы еще разжечь, чтобы подсохнуть. Ну блин, макаки, разойдитесь. Так. Еще немножко дров нужно. Так, а по идее это еда за мной бегает, понятно. Не, паутинки мне не нужны. Это же еда. Причем неплохая такая. Ну, нашел я время, конечно. Давай. Так. Готово. Ну, опять дрова нужны. Нужно больше дров. Еще свол 4, да? Нужно больше дров. По идее, с едой можно еще попробовать дубинку. У меня, интересно, есть? Есть у меня дубинка. Правда, как они, как бы они сейчас меня какахами не закидали. Так,
еще банан. Мяса нету. Мяса не видать. В принципе, вон мясо бегает. Много мяса бегает. Так. Сейчас я вам всем надаю. Нате вам. По-моему, обезьяну задел. Обезьяну задел, это плохо. Валим отсюда. Мясо набрал, банан у меня есть. Так. По-моему, более-менее жить можно. Да, тефтелик я наготовить смогу. Легко. Этот долбанный пеликан. Опять. Блин, что бы ему дать такое вот? Вот кирка мне не нужна, на. Дальше, дальше плывем. На волны главное не натыкаться особо. Так, зонтик. Зонтик мне не нужно. Где мой... жезл. Пеликан опять. Он что-то тормозит. Вот чего мне не нравится, он тормозит. Гаденыш такой. Почему это происходит, я не понимаю. Так, свет. Давай, курица, блин, быстрее. Курица долбанная, еле ползет. Я помню, Честер, по-моему, это редко. Хотя тоже он иногда так же начинает втыкать. Далеко куда-то я плыву. Но рядом ничего не слышно тут. Так, в принципе, покушать мы покушаем, тем самым мы рассудок поднимем, я думаю. План, какой план? Не знаю, какой план, плыву, просто пытаюсь найти. Какой-то шум посторонний, мне кажется. Скорее всего, конец света, наверное, да. Давайте проплывем. Этот чудик только там, наверное, останется сейчас. Пришел он или нет? Ну, тварь такая. Он там остался. Ну и... вопу его. Надоел. У меня там в нем ничего важного нету, поэтому пускай. Так, дельфины. Дельфины. Вообще не понимаю, зачем они тут нужны. Что они дают. Так, в этой стороне я точно... ну, вот тут, по крайней мере, могут где-то какие-то острова быть, которую я ничего не обыскивал, не находил. Рассудок только нехило падает, а так все нормально.
Так, и нужно сделать комплект для ремонта, не забыть, блин. У меня, в принципе, все материалы есть, вот только складывать некуда. Ну и где? Тут просветление вроде было. Вот так вот. Вот так примерно ищут запчасти. От портала. Еще и сам портал нужно найти. Ой, опять какие-то гавкущие звуки. С ума сходим потихоньку. Намокли. Вот эта штука, я вот не помню, она... А, она рассудок поднимает, да, точно. Рассудок поднимает, но, по-моему, она что-то отнимает немножко. Рассудок она поднимает, это хорошо. Так, немножко жратвы еще соберем. Кстати, большой коралловый риф, там, скорее всего, тут этот... Король осьминогов. Ну все, еды достаточно. Король осьминогов, наверное, там где-то сидит. Хотя не факт. Нет, не вижу. Ладно. Мы сейчас ищем не его, а какие-нибудь запчасти от портала. Кстати, в прошлый раз, когда за Вэлла не играл, я как раз не нашел вот эту запчасть, травяной рычаг. Я вот именно его не нашел в тот раз. У меня все запчасти были, и портал, блин, я знал где. Оставалось только вот найти травяной рычаг. В этот раз мы его нашли. Всего остального нету пока. Так. О, по-хорошему сделать бы подзорную трубу. Ну, блин, одну мало. А несколько штук мне некуда запихивать. Сейчас посмотрим, решим, что будем делать. Я даже не знаю, может лучше грузовую лодку сделать вместо набора. Она помедленнее, правда, плавает. Так, сейчас посмотрим. 6,3 веревки. В принципе, реально, если найти остров Блин, я столько проплыл, и неужели тут нигде нету? Вот где-то вот здесь, значит. Не в ту сторону я поплыл, видимо. Немножко не в ту сторону поплыл. Давайте нырнем обратно в туман. Ну его нафиг. Я понимаю, что рассудок падает, но... С другой стороны поплаваем. Посмотрим там. Так, вот где мы вылезли. Кстати, вот этот островок я особо не обыскивал. Опа-на! Тигровая акула. О, вот она как выглядит. По крайней мере, как плавает. Так. Это она на меня? Она же не на меня нападает. Так, давайте закрою. Ох ты, ё-моё. Она на меня нападает? Или на кого? Или просто плавает тут? Кстати, да, она весной. Весной она появляется. Прикольно. Ну, на воде с ней нереально вообще там бороться. Кстати, это, по-моему, остров с пауками. С большим количеством
Просто с огромным количеством пауков, по-моему. Не лучшее место, конечно, для ночевки. Ну, тигровой акулой на берегу, да, я ее могу забить легко, тем более с такими доспехами. Можно попробовать, конечно. Я не знаю. Так, мясо пришло, да? Да, вот эта корона трилицит выдает такой эффект. На несколько секунд появляется пузырь. Ох ты, что ж я сделал-то, а? Зря я так сделал. Мне не помогут даже доспехи эти. Куда я забежал, я вообще не понимаю. Блин, нет. Ах, еще ядовитый, блин. Гаденыш такой, а? Так, где там у меня? Навоз у меня есть, нет? Так. Факел. Ваа, блин, вот здесь жесть. Сейчас меня опять замочит. Так, ну, противоядие я пока не буду рисковать пить. Где моя лодка? Где-то я рядом с ней. Вот теперь выпьем. Так, ну покушать, так придется, бананы кушать. А, гады. Гады. Жесть. Паучка зря я ударил. Их же тут вообще тьма. А, не, стоп. Тут вроде никаких таких... Так, свет выключаем. Вроде никаких таких признаков чего-то нужного нету. Такое ощущение, что либо я забыл... А, я не положил даже, да, готовить? Я подумал, у меня кто-то сожрал. Стырил кто-то. Так, ну, остается только цветочки собирать опять. Остается только так. Блин, еще комары эти. За мной или за кем он там? Несется-то. Так. Давай, быстренько готовь. Блин, еще и молнии долбануло, а. Нужно высыпнуть. Он уже за мной пришли. За мной уже пришли. За вами уже выехали. Блин, еще обезьяны мешаются. Они сейчас меня какахами могут закидать. Короче, я смываюсь с этого острова. Нет тут ничего, по-моему. По-моему, здесь ничего нету. Так. Погнали. Так, оденем эту штуковину. Да, конечно, не лучшая пора что-то искать. Я еще нифига не слышу и не понимаю. О, вот это дело мне пригодится.
Блин. Так, дождик. Кстати, с чего там делается парус? Змеиный. Да, отлично. Неплохой вариант. Ой, только нужно, блин, что-то выкинуть. А что, жалко все, блин, выкидывать. Вот так я, наверное, сделаю. Соберу шкурки. А то у меня сейчас парус надвернется. По-моему, 3, если я не ошибаюсь. Да, и нужно будет сделать 2 веревки. Так. Здесь мы были, но опять же попробую. Да и ничего он особо не показывает. Ну, вот здесь вот может быть остров. Вот здесь вот где-то, наверное. Поплыли в эту сторону как-то. Вот, да, правильно, куда-то я плыву. Слышно, когда громко работает. Давай, родимый, давай. Не, не туда. Он где-то тут. Ну давай. На этом острове нет. Не, тише стало работать. Значит, не на этом. И лодка, явно нужно с лодкой что-то делать. Либо новую. Либо делать комплект для ремонта. Ну давай, давай, покажись. Карта где у меня? На болоте. Нет, а куда? Что-то я не пойму вообще, где. Опять перестал. Опять хуже. Где-то вот здесь вот прям. Где-то в этой стороне. Там бутылка не с кладом. Не, не с картой. Еще посторонний шум, еще, блин, это сумасшествие. И вообще я не понимаю, что творится. Ох. Так, знаю, что делать. Нужно на болото идти. Собирать грибы. Зеленые грибы. Они помогут. По крайней мере, я надеюсь. А, грибы, грибы, грибы. Правда, тут эти бегают. Так, корона. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, сколько у вас. Макака, не путайся, сейчас же какашками будешь кидаться.
Так, есть. Где у меня второй? Второй где, блин? Вторая броня. Так, рассудок немножко подняли. Отлично. Высохнуть высохнули. Давай, давай, давай. А нет, стой. Много. А, что-то стырили. Что стырили-то? Гады такие. Грибы, грибы можно выкопать. Лопату у меня вроде бы... Нет, у меня лопаты, нифига. Да и грибов я особо не вижу. Их макаки тырит. Вот он, зеленый гриб, по идее. Но макаки тырит их. По идее, я могу сделать лопату. Давай. Успел. Так. Пойдемте грибов зеленых наберем, а то, ну, вообще не дело. Кстати, тут нет нигде. Где-то пиликает, а где? Не, вообще не вариант. Не, пойду-ка я. Хотя куда пойду, блин? Ну, комплект для ремонта я могу сделать. Мне нужно освободить место. Парус. Парус тоже. Так, можно вот так вот, наверное, сделать. Нате, подавитесь. А, блин. Ну-ка, на. Давайте, отдавайте мне все. Гады такие. Что-то оставить у меня? Давайте, верните мне, блин. Так, покушать. Нормально я откушался. Сейчас еще вот этим освобожу место. Так, вон еще мясо. Так, первый, это парус нужно сделать. Чего он там делается у нас? Так. 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 Бананы. Поделитесь. Может быть, мне что-то еще достанется сейчас. Прекрасно. Они, смотрите, и этот собирает. Короче, они все, что можно, собирают. Отлично, есть еда. Еще много хорошей еды. И пускай они там бегают себе. Так, закинем это. Так, а на кого там? На них нападает? Ну и пускай нападает. Дурное создание. Так. Сопрут? Да, сопрут. Веревки. По-моему, нужна веревка и что-то еще. Да, нужно две веревки. У меня есть на две веревки, да. Блин, блин, да сперла, а. Сволочь такая.
стащила. Гадина. Последнюю веревку стащила. Нет, нужно комплект делать вначале. Топор-то у меня есть хоть, блин. Или топора тоже нет. Так, делаем тогда топор. Мне нужно пару деревьев. Блин, макаки. Нужно опять банан достать, что ли? Задолбали. Так. Как вы все задолбали, блин. Сейчас я вам устрою тут сладкую жизнь. Бананов нету больше-то? Нету бананов, да? Давай, иди сюда. Ну иди сюда, на. О, веревку вернули. Яйцо вернули. Так. Что делать-то, блин? Топор. Где у меня топор? Есть он у меня или нет? Есть топор. Не успеваю нифига. У меня, видимо, закончилось, да, закончилось. О, нитки закончились. Ой, блин, нитки. Трава закончилась. Плохо. Так. Ты еще. Так, у меня зато есть лопата. Места мало, правда, я с собой таскаю всякой фигни. Да отвалите вы, блин, таскаете всякую. Принесли бы мне лучше это как. Так. Давай. Приходи в себя. Так, комплект для ремонта мне нужен. А для этого сделаем две доски. Не понял, чего не хватает. А, блин, жал не хватает. Ё-моё. Не хватает жал, да? Правильно я понял? Не хватает жал, у меня их нету. Они же у меня утонули. Так, раз, два. Есть. Есть из чего лодку делать. Придется новую лодку тупо делать. По-другому никак. По-другому я отсюда не выберусь. Так, мачете есть. Вот. Что-то у меня лишнее есть, а вот что я все, блин, это. Так, нужно мясо. Пускай валяется, фиг с ним. Блин, голова кругом. Места мало, вот, а что выкинуть, я все, блин, это. Даже не знаю. Опять намокаю. Фигово. Если не ошибаюсь, 4.
для создания вот такой лодки нужно 4. 4 вот эти штуковины и, в принципе, там 3 доски. С парусом я как-то разберусь, там всего только не хватает мне веревок. Все, 4, а все, уже лишнее. Так, делаем это, делаем это. Блин, нужно искать, где, блин, тут что-то пищало. Вот я не пойму, где, блин. Все, уже затопило капитально все. Как тут эта лодка? Лодки сейчас кранты настал. Где могло пищать? Вот где-то вот в этой стороне. Вот либо вот тут я пропустил, портал стоит сам. Явно, что в этой стороне где-то. И самое обидное, что не слышно. То есть немножко слышно, что визжит. Так. Меняем лодку. Фак, сейчас утонет вообще, блин. Плыви так. Портал, походу, да? Да, портал нашли. Тоже неплохо. Но немножко не то, что мне нужно на данный момент. Так, куда? Вот сюда. Тупо насобирать хотя бы травки. Так, портал у нас здесь. Карта идет вот так вот. Где-то в эту сторону все равно нужно будет грести. Да, цветочков я, наверное, здесь не найду. Я чего только не таскаю, блин. Так, ну веревка нужна будет на парус мне. А стоп, я же его могу, по-моему, сделать уже. А чего опять-то не хватает? А, дерева чуть-чуть не хватает, да? Немножко не хватает дерева. Тогда десантируемся. Здесь. Так, это в баню. Ракушек пособирать, попробовать. У меня под кремни места нет. Фигово. Ракушки, я так понимаю, мне тоже не помогут сейчас. Время пока есть. Так. Одевай. И мочи его. Еще эти идут. Собаки опять, блин. А, сиди там. Короче, завтыкал этот товарищ. Так, берем траву. Блин, и траву некуда, да? Да что, блин, за нафиг. Места вообще даже с таким этим не хватает. А, как вы все достали!
Вот, оказывается, что у меня лишнее. Вот что у меня лишнее было. Так. Даже куда грести сейчас, не знаю. Там вон собаки скачут. Чудики. Давай на эту сторону сейчас попробуем. Да нет, они за мной вон бегут всей толпой. Тут ничего у нас рядом нету. Да не слышно нифига. Так, по идее, мне нужно достать дерево. На костер у меня есть. Опять паучий остров. Да нет, этот нормальный остров. На него. Поплыву на него. Там мартышки есть, но и фиг с ними. Сейчас главное просохнуть. Правда, где тут сохнуть, непонятно. А, факел у меня есть? Есть. Тут все затопило к чертям, блин. Долбанные. Так. Где у меня? Так, берем оружие. Ну и где она? Сейчас главное высохнуть, чтобы рассудок вообще не свалился. Ну, пока светло, сейчас вот я только вот эту гадину убью. Блин! Иди сюда! Ладно, пока я не сдох. Давайте мы закончим на этой ноте, блин, уже серия довольно-таки длинная. И продолжим в следующей серии. Может быть, умру, может быть, еще выживу, буду искать. Все, всем пока-пока. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.